В среду перед отъездом в Донецк сборная Украины провела открытую тренировку. После победы над шведами со счетом 2-1 футболистам предстоит встретиться с французами и англичанами на Донбасс-арене. Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Олег Блохин на встрече с журналистами сообщил, что эйфории от игры его команды со шведами не испытывает. Буквально сейчас у нас был разбор шведской игры. Ну, если сказать, что это был лицеприятный разговор, то я бы не сказал. Так что эйфории никакой нет. Почему? Потому что последние 10 минут могли свести на смарку ту работу, которую команда делала 80 минут. Олег Блохин считает, что в Донецке футболистам придется нелегко. На последующих играх чемпионата Европы украинской команде уже не предоставят столько голевых моментов. При этом в Донецке их ожидает жара в 36 градусов. А пока украинцы болеют за свою сборную и надеются, что ей удастся победить французов и англичан. Очень надеюсь, что они все-таки выйдут из группы. Шевченко станет лучшим бомбардиром. Я за них буду болеть в фан-зоне. Переживаем очень сильно. Вот я был на матче на Олимпийском. Очень понравилось. Взрыв эмоций, что-то такой невероятный. Матчи с участием украинской сборной состоятся в Донецке 15 и 19 июня. NTD, Киев, Украина.